Здесь никого нет. Сеньор Лоренцо! Лоренцо никого не принимает. Стой! Это же ты убил Франческо Пацци! Стража! Взять его! С удовольствием. Я с удовольствием тебя убью! Я слышал шум внизу. Давайте, отрабатывайте свое жалование. Разделитесь на две группы. Одна обыщет двор, а вторая пойдет со мной в часовню. Си, капитану. Затем мы проверим все потайные ходы. А как же Лоренцо? Лоренцо уже мертв. Сдохни! Черт, кому же ты перешел дорогу? Что же происходит в этом квартале? Кто видел убийцу?
Лоренцо, черт побери! Кто-нибудь, заберитесь туда! Вы все слышали? Вы двое, тащите лестницу! Сейчас ты... Что это? Вот Рой? Кто... Зачем им лестница? Лоренцо не хочет выходить! Что они так долго возятся? Если бы вы так не шумели, он бы нас не услышал. Черт, это ты во всем виноват. Вы все занимайтесь своим делом. Назад! Опустите меч! Это я! Эцио, ты снова спас меня. Сначала они вторглись в мою церковь, а теперь и в мой дом. Я клянусь, они заплатят за это. Взгляни вокруг. Это одна из моих сокровищниц. Можешь взять все, что захочешь. Моя жизнь дороже золота. Полагаю, в моем доме уже не осталось врагов. Да, господин. Благодарю за этот ценный дар. Мне пора идти, но я вернусь, когда с Патци будет покончено. Я не забуду того, что ты сделал для меня. Удачи!
activated. 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 Activate. Activate. Activated. Activate. Activated. Activate. Activated. Activate. Activated. Activate. Activated. Activate. Activated. 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 Activate. Activated. Activate. Activated. Эцио! Заходи, заходи. Чему обязаны такой честью? Лоренцо Великолепный прислал меня из Флоренции, чтобы уладить одно незаконченное дело. Я ищу Якопа Пацци. Ха! Как и все. Мы ищем днями напролёт. Выходит, у меня есть вещь, полезная нам обоим. Это список его сообщников. Хотя бы один из них доисповедуется перед смертью. Отлично. У них нет таких средств, как у Якопа, а значит, их будет легче найти. Я немедленно отправлю своих разведчиков на поиски. Спасибо за помощь, дядя. У меня есть еще кое-что для тебя. Новые страницы кодекса. А, посмотрим, что они нам скажут. Что это? Какой еще пророк? Что там, дядя? Черт побери, это еще одна загадка. Примерно можно перевести так. Это откроет только пророк. Еще упоминаются две частицы Эдема, но ответов на наши вопросы мы здесь не найдем. Ищи другие страницы, малыш. Дядя, займемся этим в другой раз. Мне нужно выполнить поручение. Как угодно. Но если ты рассчитываешь победить этих бастардов, тебе нужно еще кое-чему научиться. Встретимся на тренировочной площадке.